Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимерский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Не отпускай его! Живее, мужики! Живее! И как вы, блядь, не научились? Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгаардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Узиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать «нет».
Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Поговорим об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул. Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге.
Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотземе и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Верноном Роше, командиром синих полосок и... Убийцей нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересно, и ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Поскольку сильные мира сего заточили Трис Меригольд. Вы должны знать, что этот человек мне близок. А я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю... Вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Смотрел, это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос.
Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль, я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт, и удачной аудиенции. Что-то у меня скорее такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, черный и черный? Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Ведьма. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно.